Авраам Миньон родился во Франкфурте и крестился в кальвинистской церкви 21 июня 1640 года. Когда его родители переехали в Вецлар в 1649 году, Миньон попал под опеку и художественное ученичество Якоба Мореля, давшего ему художественное образование. Художник-натюрмортист и торговец произведениями искусства Морель был впечатлен способностями Миньона. Он доверял ему свои дела всякий раз, когда уезжал в Голландию по делам. Кроме того, Морель попросил Миньона научить его падчерицу и дочь гравера Мэтью Мерриана, Марию Сибиллу Мерриан, рисовать натюрморты. Мария Сибилла Мерриан добилась признания как художник-цветочник. К 1664 году Морель и Миньон уехали из Франкфурта в Утрехт, а в 1669 году оба были зарегистрированы там в гильдии Святого Луки. Авраам Миньон или Миньон был известен своими цветочными работами, натюрмортами с фруктами, натюрмортами в лесах или гротах, натюрмортами с дичью и рыбой, а также картинами в виде гирлянд. На его работы оказали влияние работы Яна Дэвидсона де Хэма и Якоба Мореля. Миньон был помощником в мастерской Яна Дэвидсона де Хэма в Утрехте. Де Хэм был важным новатором в области натюрморта, который много лет работал в Антверпене, прежде чем вернуться в Утрехт в 1667 году. Возможно, что после того, как де Хэм вернулся в Антверпен в 1672 году, Миньон занял мастерскую де Хэма. Начав свое художественное образование в своей родной Германии, он переехал в Голландскую республику, где работал в Утрехте в конце своей короткой жизни. Его работы пользовались успехом у коллекционеров 17-18 веков из высших слоев общества по всей Европе. Авраам Миньон написал несколько роскошных натюрмортов, популярных во Фландрии и Голландской республике с 1640-х годов, в которых проявляется влияние де Хэма, сыгравшего важную роль в развитии этого жанра во время своего пребывания в Антверпене. Ярким примером этого жанра является натюрморт с фруктами и устрицами, находящийся в Рейхсмюзеуме. Thank you.
Стилистическое и тематическое развитие миньона свидетельствует о стирании границ между отличительными особенностями натюрморта, такими как фигуры ванитас и роскошных натюрмортов. Начавшееся в середине 17 века, это размытие позволило художникам экспериментировать со смешением жанров. Примером может служить натюрморт с игрой в лесу, в котором традиционные элементы натюрморта переносятся в лес. Результат – смешение более ранних жанровых категорий и условностей. Использование лесной подстилки в качестве декорации для натюрморта было не совсем новым, поскольку Отто Марсеус ван Шрейк ранее использовал его. Миньон был специалистом по натюрмортам, чьи сюжеты варьировались от цветов и фруктов, лесных натюрмортов, игровых фигур, картин гирлянд, натюрмортов с рыбами и частей насекомых. Его самые известные работы – это сложные композиции из цветов и фруктов, расположенных в нишах или на каменных уступах, или выставленных в гротах или среди руин. Поскольку Миньон никогда не датировал свои сочинения, было заведомо трудно установить хронологию его работ. По стилистическим соображениям предполагается, что его более сложные натюрморты с цветами, характеризующиеся ясными цветами, резкой фокусировкой и использованием темного фона, являются дистилляцией миньонга, стиля Дехема. Такие работы, вероятно, датируются примерно 1670 годом, когда он тесно сотрудничал со своим мастером в мастерской Дехема. Основное влияние на его творчество оказали работы Дехема и Мореля. Композиции Дехема были основным ориентиром для натюрмортов Миньона. Его работы отличаются от Дехема тем, что он передает природу более холодным, далеким и бесплодным способом, благодаря точности деталей и рисунков. Его цветочные композиции отличаются тщательной отделкой и деликатным обращением. Миньон предпочитал красную, желто-синюю цветовую палитру и очень реалистичную манеру изображения природы. Его любимой схемой было размещение красных или белых роз в центре холста и размещение всей группы цветов на темном фоне. Thank you.
Пиньон также черпал вдохновение у Вильяма ван Элста и Отто Марселуса ван Шрика в своих играх и фигурах насекомых. Вильям ван Элст явно был источником вдохновения для игровых элементов, в то время как влияние Отто Марселуса ван Шрика особенно заметно в натюрмортах на лесной подстилке Пиньона. Большинство работ Миньона имеют портретный формат и лишь некоторые – альбомы. Поскольку Миньон умер в относительно молодом возрасте, разумно предположить, что около 400 приписываемых ему натюрмортов были выполнены с помощью его мастерской или последователями его стиля. Его большой объем работ свидетельствует о популярности его работ, которые были широко собраны в 17-18 веках, в том числе королем Франции Людовиком XIV и курфюрстом Саксонии. Успех Миньона также привлек последователей и подражателей, таких как Ян Мартель. Мотив «Ванитас» или «Быстротечной жизни» тоже часто присутствует. Этот мотив вдохновлен христианской верой в то, что мир лишь временное место мимолетных удовольствий и скорби, от которых человечество может спастись только через жертву и воскресение Иисуса. Миньон часто представляет тему быстротечности через маки в своих натюрмортах. На протяжении всей своей жизни Миньон придерживался строгих религиозных убеждений своей семьи. Это подтверждается его избранием в 1672 году на должность диакона Валлонской церкви Утрехта, на которой он оставался в течение 5 лет. Он женился на Марии Вильярц 3 февраля 1675 года во французском реформированном Ангскерке в Утрехте. Его жена была внучкой художника Мариниста Адама Уилларца, дочерью художника и племянницей художника натюрморта рыбы Джейкоба Гиллига. Некоторые источники утверждают, что Миньон вернулся в свой родной Франкфурт в 1676 году на основании записи, которая, кажется, подразумевает, что его шестой ребенок был крещен во Франкфурте 17 декабря 1676 года. К 1677 году он должен был вернуться обратно в Утрехт.
Миньон умер в Утрехте в возрасте 39 лет. Когда он умер, у него остались две дочери – Катарина и Анна. Он был похоронен в Утрехте 27 марта 1679 года.